приветище! Это снова Зомби Эйчер. А это получается, что сегодня у нас будут поезда, развалины, зомби-апокалипсис, ну, естественно, сами зомби. В общем, вот. Сейчас у меня 8:08, я специально встал пораньше, чтобы добраться сюда засветло и обыскать этот город в светлое время суток, потому что было очень огромный комментариев о том, чтобы я больше не играл в эту игру ночью. Ну, в смысле, в игре ночь, когда наступает, чтобы я не играл в это время суток, потому что у кого-то болела голова, у кого-то болели глаза. И, в принципе, это некомфортно проходить саму игру в ночное время суток, особенно с таким тухлым фонариком. Вот. Ах, да, еще самое важное. Если тебе нравится эта игруха, то есть тебя лайкос, вот прямо сейчас опускайся под видео, прямо вот, вот возьми и опустись и поставь свой царский лайк. И обязательно подпишись на канал, если ты еще не подписан, потому что это помогает развивать канал. Вот. Ну а мы сейчас направляемся с тобой вон в то здание. Ну как, направляемся. Сейчас я тут пройду через этих зомбарей. Вот так вот. Заберу стрелу. Давай, забирай. Ништяк. И мы идем вот туда. Надеюсь, что там будет то, что нам нужно. Я, конечно, не знаю, что нам нужно, но наверняка там будет что-нибудь нужное нам. Зайдем. Нет, мы сюда не зайдем, пожалуй. Пожалуй, мы пройдем мимо. Ой. Закроем за собой двери. И направляемся прямиком сюда. Дело в том, что у меня закончились ресурсы в плане воды, еды. Ну, как закончились? Да, еда закончилась. Вот, ёшки. У меня 15%. Уже 14%. И скоро я буду голодать. Как нам проникнуть сюда? Кстати, нужно в машинах поковыряться. Может, там еда будет? А здесь нельзя обыскать. Ой, здорово! Витя, ты ли это? Как ты изменился? Сколько вас тут, а? Так, заряжаем лук. Я, кстати, на всякий пожарный взял с собой еще две гранаты. Учитывая количество зомбарей, которые здесь обитают, и то количество, которое мы в прошлый раз уничтожили, это получается, что здесь зомбарей огромное количество. Так... Как вот насчет кинуть гранату вон тому перцу? Витя, лови! Картошечка! О, да. Вот так вот еще его. А, все, добить я его уже не могу, потому что дохленький. Заходим сюда. Ой, Машка, привет! Давно не виделись. Уверен, что за дверью кто-то еще есть. Не, никого? Ну, слава богу. Прикинь, здесь лифт есть. А чешуня. Это похоже на кассу. На кассу чего? Железнодорожный касс? Не, не думаю. Хватит там уже стучать. Вот так-то получше будет. О, ты как здесь появился? Ты чё? Сквозь стены ходишь, что ли? Обалдеть. Фига себе, вот это великий... как он? Волшебник. Сейчас мы тут все обыщем, посмотрим. Нет, тут ни шиша нету, блин. Возьму пекаль. Кстати, патронов у меня тоже... Ты помнишь, когда я приехал в этот город, у меня было с собой 100 патронов от пистолета и 60 от дробаша. Теперь у меня ни шиша нет, я все спустил на зомбарей. Я профугал все, у меня ни шиша не осталось. О, таблеточки возьмем, это успокоительный. Я нервничаю, безумно нервничаю, потому что я практически как голодранец здесь хожу. Это школьная территория, нет, мы возвращаемся. Давай, ладно, сюда зайдем. Видно, что тут психуют все, что-то здесь негодуют. Ребят, ну что такое? Ну что, что с вами происходит? Где мой лук? Я хочу лук достать. Посмотрим, сколько времени. 9 утра, почти 10. Так, здесь у нас есть что-нибудь? Нет, ни шиша нету. О, тут еще тумбочка. Баксики. Это хорошо. На всякий пожарный закроем дверь здесь, потому что всякое бывает. Полотенце. О, здорово. Может, тут еда будет, кстати. Да, блин, возьми ты биту свою. Иногда напрягает, что я не могу с первого раза достать биту. Это прям вообще накаляет. Так, водичка, это хорошо. Водичка, это хорошо. 1% в плане питания. Я сейчас очень сильно проголодаюсь. Буду готов съесть чью-нибудь ляжку зомбарьскую. Поднимемся на второй этаж. Все, вены проступают. Я хочу жрать. Я превращаюсь в зомбаря. Конечно, я не превращаюсь, но... Вот, смотри, что происходит с моими руками. Как так? Воу, нифига себе! Да, блин. Когда так глючит, меня раздражает. Ну что вот с руками происходит, а? Хватит так себя вести. Может, что-нибудь сожрать? А, у меня ж ничего нету. Давай примем таблетки тогда и бинтиком обмотаемся. На всякий пожарный.
Вот так, и таблеточки успокоительные. Все, меня должно сейчас отпустить. Еда, где еда? Во, меня отпустило? Нет, не отпустило, мне кажется. Патроны, зашибись. Вот тут, может, еда? Нет, нифига нету. Блинский. Мне нужна кухня. По-любому кухня. Наверняка здесь она где-то должна быть. Аптечка, это замечательно. В моем безысходном положении нам пригодится. Так, зайдем сюда. Тут у нас что? Опа, полицай. Полицай, полицай. Подожди, надо... ударил меня все-таки скотина. Сейчас кинем гранату. Ты кинул гранату? Граната здесь, бежим на второй этаж. Ух, и здесь еще полицай. Блин, и граната... Да капец. Я все профукал. Я все просрал. Граната не уничтожила того полицая. Еще у меня мало здоровья. Походу надо воспользоваться аптечкой. Так, спускаемся сюда. Как быть, как быть? Достать дробаш, решить вопрос. Вот как быть. Да блин, один готов. Вот вставай ты. Один готов. Теперь с этим надо разобраться. Я не знаю, как это сделать, потому что у него щит. Есть, все. Вопрос решен. Ошибись. Фух. Достаем пекаль. Так, где я был? Где я был? По-моему, я был здесь. Ага, вроде бы. Или не я здесь? Да, здесь я не был. Учитывая, что там полотенчики валяются. Так, денежки. Так, дальше. Нам вот в эти двери. Достаю дробаш. Здорово! Так, капец, я думал, там какие-нибудь припасы важные. Обычно в таких ящиках дофига всего ценного, но мне не повезло. Так, хорошо, заходим сюда. Здесь еще куча дверей. Ой, патрики закончились. Фух. Фух. Тут у нас комната умывания и исправления нужды. Ну, то есть туалет. Тут, походу, три туалета. А, это спальня. Ага. Зачем запирать все это под металлическую дверь? Словно там сейф хранится. Непонятно. Поднимаемся на третий этаж. Да, мы уже на третьем этаже. Офигеть. Здесь сейчас прорвет кому-то дверь. Скорее всего, мне прорвет. Зомбарь будет у меня. Так. Посмотрим, кто здесь скрывается. Покажи личика. Ой, блин, лучше закройся. Фух. Близко было. Ну, сюда нет смысла заходить, да, тут тумбочки нету. Проверим шкафчик. Не шиша. Блин, ванные комнаты, на кой они мне здесь сдались? Точно. Боксерская груша. Зомби-качок. Был да всплыл. Грушу. Меня опять начинает колбасить. Это не очень хорошо. Черт, педери. На скакалочке может попрыгать? Отпустит, как думаешь? Так, здесь у нас что? Боеприпасы, Ух ты, я как знал, что я здесь найду оружие. Значит, забираем это все. Ништяк, это что у нас? Давай посмотрим. Это у нас пумп-шотинг. 8 чарджер. Ну-ка. Это автоматический дробовик. Шикарно. 8 патронов я могу сейчас выпулять в зомбарей. Ух, как мне сейчас будет простенько-то с зомбарями воевать. Патрики забираем. Ништяк. Сейчас попробуем новый ствол. Здесь никого нету. С этим стволом я похож на спецназовца. Бах! Ништяк. Ой, кайфужечки. И автоматическая перезарядка быстрая. Это тебе не обрез, слушай. К нам кто-то поднимается. Бах! Пау! Да, вкуснуло меня, конечно, сильно. Кухня! Наконец-то можно поесть. Обалдеть. Шпроты, 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 хомячим мы быстрее. О, я, кстати, пить еще хочу. Черт возьми, дайте мне пожрать нормально. На кухню взобрался какой-то веки. Еще один бежит. Все? Или у нас тут это, свободная касса, обслуживание, как говорится. Все, я могу наконец перекусить. Точнее, я перекусил, могу теперь напиться. Примем успокоительную. И, конечно же, обмотаемся бинтиками. Фух. Забираю отсюда, что это вот это вот. Это энергетик, что ли? Энергетик. Кстати, про энергетики. Я говорил, что энергетик, когда ты хочешь спать, не помогает. Он только восстанавливает выносливость. Все. Больше применения энергетикам никакого нет. И огромное количество воды нашел.
Конечно же, в печи пирогов нету, что жалко. Тут вот еще есть. Опа, а там что валяется? Это надо забрать бинтики. Как-то так я его упустил, а? Еще вода. Че, вроде бы все. Вода, энергетики. А, здесь все. Получается. Здесь я тоже все обыскал. Поднимаемся еще выше. А выше у нас тут спецназовец. Че, воспользуемся гранатой? Давай. Open the door! Кидаем гранату сюда. Убегаем. Черт, этого не накрыло. У меня последние два патрона в моем обрезе. Может быть, мы его закроем где-нибудь? Заходи сюда. Сейчас мы с тобой займемся обучением. А, я тебя обманул. Давай, до свидос. Он, конечно, сломает эту дверь, но... мы быстренько отсюда свалим. Все, ништяк. Фух. А интересно, я здесь спущусь? Как-нибудь. Есть тут? О, подняться еще выше могу. Но это тупик. Это тупик. Я отсюда фиг знает, как выбираться. Кроме как спуститься там же, откуда пришел. Наконец-то мы выбрались с этого здания, похожего на ЖД-кассу. Тюк-тюк-тюк, дресси. Наконец-то тачки можно открывать. О, шпроты! Обалдеть. Можно похомячить, у меня опять с едой проблемы. Не подходи ко мне, пока я ем. Когда я голоден, когда я голоден, я сам не свой. Коповские машины обычно всегда набиты какой-нибудь шнягой. В этот раз мне не повезло. Так, в этом здании мы были. Нам нужно найти еще какое-нибудь здание, которое выделяется из всех этих домиков. Например, ну вот это здание. Выделяется. То с вышкой водяной тоже выделяется. О, General Stores. Ну-ка, давай зайдем, посмотрим, что тут у нас. General Stores — это просто магазин еды. Тогда забираем все. Нам это очень пригодится. Магазин очищен. Поэтому мы улепетываем отсюда. Ну чё, куда драпать-то? Так, тут у нас закрыто. Машинами все перекрыто. Поэтому идем по дворам. Заглянем сюда. Здрасте. Шоколадочку. Прикинь, за шоколадки зомбарю снес голову. Туалет нам не нужен. Выходим отсюда. Так, куда ж идти? Куда ж идти? Может быть, сюда, в этот многоквартирный дом? Блин, вот кто же знает, где, что мне тут искать? М? Сколько времени вообще? Я тут уже блуждаю полдня. Хорошо, давай здесь обыщем все. Кухонька. На кухне навряд ли будет ключ, не будем здесь, да, останавливаться. Блин, мне кажется, что нет. Здесь наверняка не будет ничего путнего. Ничего. Просто быстренько осматриваю квартиры. Поднимусь на самый верх. Может быть, там что-то будет интересное. Хотя не факт. Здорово, Машка. Как у тебя? О, нифига себе, у тебя апартаменты тут. Ладно, все. В этом доме делать нечего. Пошли отсюда. А, похоже, что это многоквартирный дом. Давай заглянем. Кстати, вон там что-то подозрительное. Прям вот такое ощущение, что мне вот именно туда нужно. Кстати, скорее всего, похоже на то. Сейчас залезем наверх. Да, это многоквартирный дом. Прикольная планировочка. Я бы здесь зажил. Но нет, спасибо. В этом городе не хочу. Потому что тут надоедливые соседи. Вот в виде таких вот чудаков. Короче, мне нужно попасть туда. О, мои руки уже туда попали. Ищем обходной путь. Я уверен, что он здесь где-то должен быть. Похоже на какую-то парковку. А может быть, он через тот дом? Как ты думаешь? Через тот дворик? Сейчас посмотрим. Нет, там никак не пройти. Не обойти. Но я все равно сюда зайду, гляну, что тут. Это туалет. Что неудивительно. Не. Туда не пройти, походу. Заднего дворика. А, нет, есть задний дворик. И он никуда не ведет. Угу. Короче, времени у нас уже 17:57, темнеет. Я думаю, что сюда можно попасть в обход. Хотя и не факт. Нужно отсюда выбраться и обойти всю эту территорию. Ну вот, мы добрались до поезда. Время сейчас у нас 11:50, уже день. Я поспал немного. Короче, хочу сделать вот что.
Дело в том, что мы сейчас находимся в депо. Убежать я отсюда вот так вот не могу и побежать в город напрямик. Мне нужно проходить через это депо, через вот эти контейнеры, через тот самый лабиринт. Меня это так бесит. Поэтому я сейчас хочу сделать вот как. Мы это депо покидаем, наконец-то. Оно меня уже бесит. Включаем задний ход. Зажигание. Отпускаем тормоз. Погнали. Надеюсь, что меня отсюда выпустят. Да, двери открылись. Отлично. Мы сдаем задом вон до тех машин, где дорога находится. Зашибись. Так, нужно вернуться в рубку машиниста и вовремя остановить наш поезд. Отсюда, правда, нифига не видно. Вот так вот можно высунуться? Опасно, но можно. Хотя, что опасно? Я упасть все равно не смогу. Включаем горн и тормозим. Отличное место. Все. Глушим наш двигатель. Опускаем все. Вот этот рубильничек нужно вернуть обратно, чтобы мы в следующий раз не поехали назад. Хотя, может, нам назад и нужно будет поехать. Так, ну чё, каков наш план? Во-первых, я сделал себе кровать, вот такую кровать, чтобы проверить мой план. Смогу ли я кровать эту построить где-нибудь в другом месте, кроме поезда? Выхожу с поезда. Abalamentos miscientos. Не суждено вашей кровати покинуть поезд. Так что наша кроватка, скорее всего, отправится в шкаф. Как бы это странно ни звучало. Кстати, сколько она весит, кровать эта? Кровать весит 1 килограмм. Ты представляешь, какая она пушинка? Ну и вот, отправляем ее тогда в шкаф, потому что нефиг ее таскать. И кровать в шкафу. Прикольно. Теперь, я хочу сделать себе электрическую плиту для готовки. Вот эту вот электрическую плиту. Я ее уже сделал, вот она у меня. Но ставить ее некуда. Я хочу разделить зоны в своем купе-вагоне. Поставим вот здесь вот стеночку. Сейчас тебе покажу. Вот тут стеночку. Вот такую вот, вот так вот поставлю ее. Кровать, конечно же, я перенесу. Хотя нет, тут норм кровать ставить. Сейчас мы сделаем эту стеночку. И тут у меня будет кухня. Сейчас стеночка будет готовенькая у нас. Отлично, стенка готова, но в ней нет двери. Серьезно? Ну вот, вся вонь с кухни будет нестись мне сюда прямо в кровать, в спальню мою. Ну хорошо. Пусть будет так. Надо посмотреть, а могу я сделать двери? Двери могу? Так, что такое? Почему у меня верстак почти сломан весь? Надо починить его. Так, двери. Вот это что такое? Это просто стена. Это стена с боковым проходом. Короче, да, дверей здесь нет. Ладненько. Пойдем мастерить себе электроплиту. Электроплиту поставим мы здесь вот. Отлично, теперь мы можем готовить себе кушать. Давай картофан возьмем, потому что я больше чем уверен, что именно картошку я смогу жарить на этой плите. Ну-ка. Точно, смотри, я могу сделать воду и пожарить картошку. Только понять не могу, а зачем мне... Как я воду сделаю? Мне нужна бутылка пустая. А где ее найти? Кто знает. Еще мне нужно 3 картошки и вода. Вода нужна, по всей видимости, чтобы помыть картошку. Посмотрим, сколько у меня там картофан. 6 картошек у меня же есть. Надо с инвентаря ее в свой рюкзак перекинуть, и теперь я смогу сготовить себе... Да, отлично. Жарим картофан. Нормальная еда за столько времени. А то все чипсы да шпроты. Сколько она восстанавливает? 30! Нифига себе! Можно обожраться этой картошкой, что я сейчас, в принципе, и сделаю. Картофан со шпротами у меня будет. Кстати, после употребления пищи у меня появился пластик. Вот такой вот. Посмотрим, что я там еще могу сделать. Картофан у нас потихонечку растет, но хотелось бы... О, уже можно собрать? Серьезно? 12 картошек! Обалдеть! Что, давай еще себе картофан тогда замутим. Все, картошку я наготовил. Лишнюю воду я скидываю, потому что она тяжеленькая, зараза. Выпрыгиваем. Закрываем за собой двери. И побежали по этой дороге. Посмотрим, куда она нас приведет. Знаешь, что вот мне интересно? А в лесу может расти какая-нибудь ягода или грибы? Или может тут олени бегают, которые я могу подстрелить и съесть их мясо? Не, скорее всего нет. Оленей уже всех пожрали зомбари. Так, времени у нас 15:10. У нас всего 3 часа. После этого начнет темнеть. Как-то неудачненько я опять пошел. Сейчас мы сделаем что? Мы попытаемся обойти этот весь город и зайти с другой стороны школы. Вот она. Вот она, это предполагаемая школа.
Мы за ее пределами. Нужно туда как-то проникнуть. Тут... Нет, это нам не поможет. Я уже сделал круг. И похоже, что нет. В школу нам никак не проникнуть. Ну, что могу сказать? Дело в том, что... Опа. Продолжение сюжетной линии находится за этими воротами, но сейчас покинуть город невозможно. Ближайшее обновление исправит эту ситуацию. Продолжение следует. Ну, ты все сам услышал. Короче, игруха еще в ранней стадии разработки, и прохождение еще не разработано. Ждем обновления, и только после этого мы сможем продолжить сюжетную линию. Ну, а на сегодня это все. Если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайк. Обязательно лайк в поддержку продолжения. И, конечно же, подписочка, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.